Всем привет, ребята. Я думаю, что вы увидите, что происходит. Мне тут предлагают палку. И причем мне тут приносят какие-то подношения. Там, видите, уже 3 человека ко мне пришли. Я тут сижу такой на картах, как истинный такой король. И жду, когда ж мне тут принесут интересное что-нибудь. В общем, мне никто ничего тут не угодил. Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри-ка, она ко мне попа повернулась. Все, короче, я обиделся. Пойдемте покушаем и продолжим наше с вами развитие. Так, где нам тут что покушать нужно? Знаете чего, у меня сейчас в планах следующая мысль, это... Вау, я совсем забыл про тебя, что тут у нас гигантус бегает. Ты что, прям к нам домой направляешься? Ты брось это дело. Да блин, а. Надо как-то от этого избавиться. А избавиться мы можем 2 способами. Это развиться, либо переехать с этого гнезда. Я думаю, что второй вариант, он более реален, потому что переехать это проще, чем замочить вот это здоровое существо, потому что стаи у меня пока что нету. Да вы посмотрите, я немного отбежал. Там вот этот вот чудик бегает. Здесь у нас вот этот вот чудик летает. Кругом одни мастрюганы, так что по-любому надо переезжать отсюда. Оу, ребят, посмотрите, куда я добрался. Я добрался до вулкана. И причем я в вулкан-то вроде упасть не могу, хотя кто его знает, но вроде как не могу. Он меня на своих парах подкидывает вверх, и я здесь как бы парю просто. То есть я могу спокойненько тут летать над этим вулканом, и никогда не упаду в жерло его. Слушайте, ну прикольно, зато можно рассмотреть виды. Вы посмотрите, какая у нас планета круглая. Прямо туда, за горизонтом она так закругляется. Ладненько, пора отсюда улетать, а то я уже как в бане тут пропотел. О, ребята, помните Громилу? Обезьяну, у которой на заднице иголки. Вот они. Мы ее нашли с вами. Вот она тут дрыхла, мы ее немного разбудили. Подожди, куда ты побежал? Я хотел с тобой задружиться. Эй-эй-эй-эй-эй. Подожди, давай споем с тобой. От нас, ребята, убегает вот этот вот гигант. Он все никак не может остановиться. Подожди, дружище, давайте попробуем. Ах, не успеваю, просто не успеваю за ним. Он очень шустрый. Но если я с ним задружусь, мне дадут 100 ДНК. Я так смогу эволюционировать, что я буду тут всемогущ, мне кажется. Потому что 100 ДНК это довольно много. Подожди ты. Вот же ты любитель побегать. Может остановиться или нет? Ну, присядь ты на свою колючую попу. О, наконец-то. Такс. Ладно. Мы будем петь. Мы только петь умеем. Ага. Макака что-то в недоумевании. Так, он тоже начал петь. Мы тоже поем. А, кстати, зовут его Кинг Кунг. Кокетство, наверное, он сделал. Мы так, значит, делаем. Ну, у нас что-то вроде как срастается. Блин, он начал танцевать. А я-то танцевать-то не умею. Значит, я буду петь. Не, он говорит, типа, не, нифига не проканает. Все по-новому. Ладно, я понял. Эй-эй-эй, тихо-тихо, не надо меня бить-то из-за этого. Я понял. А, значит, нам нужно эволюционировать с вами и улучшить нашу систему дружелюбия. Пойдемте-ка сейчас будем все это дело улучшать. А, он тут вот дрыхнет. Все, я теперь знаю, где ты живешь. Все, жди здесь. Мы скоро к тебе вернемся. Итак, ребята, мы оказались в нашем редакторе, и я предлагаю кардинально переработать наше существо. Сейчас я вам покажу, как оно будет выглядеть у нас. Ну что, ребята, вот такой вот цепангер у нас получился. Да-да-да, я уже придумал ему прозвище, так что это будет у нас цепангер. И раскрас у него такой интересный тоже. Тут, правда, какие-то ракушки. О, ребята, вот такой вот раскрас. Мне больше это нравится. Так что все, останавливаемся на этом. Итак, наш маленький цепангер с огроменными ножищами появился на свет. Мамань нас сейчас обучит позированию. Текс. У нас появился удар. Давайте удар попробуем. О, неплохо. Мы знаем кунг-фу. Так, потанцуй. Потанцуй, мы любим все. Йоу-е-е. Хип-хопчик. R&B. Ну что, все? Тест на взрослость я прошел? Вроде прошел. Е-е-е.
Ну что ж, пошлите искать... Оу, какой-то недовольный, что случилось? Бери палочку вот эту вот. Ага, и пойдемте искать нашего Кинг-Кунга. Тот здоровый обезьян. Ай, блин, прыгать-то я не умею. И ускорения никакого нет. Ладненько, будем тяпать своими огроменными лапами до него. Так. Ага, он как раз спит до сих пор. Это нам на руку. Давайте попробуем преподнести ему подарочек в виде нашей палочки. Здорово, Годзилла. Хорош дрыхнуть. Вставай. Держи подарок. Взял подарок и выкинул. Что за бескультурие? Давай лучше подружимся с тобой, а? Вставай. Давай дружить. Так, он спел вроде бы. Слушайте, вы посмотрите на шкалу, на мою и на его. Кажется, я сейчас его перепою. Так, танцы-шманцы. Я тоже умею танцевать. Ну же. Давай. Еее! У нас теперь есть френд. Крутой, здоровый френд. Он тоже счастлив. Вы посмотрите на его улыбочку. О, кажется, я могу сесть на шпагат. Ну-ка, подождите. Так, давай, дружище, мы будем с тобой в стае. Как насчет стаи? Еее, он у меня в стае. Вы посмотрите, как он радуется. Он просто счастлив. Красавчик. Теперь у меня игольчатая задница. У меня в стае. Мы теперь банда. Хо-хо. Офигеть. Я даже не мог об этом и мечтать. Теперь у меня просто крутой телохранитель есть. Ну что, друган, пойдем? Я не знаю. Кстати, да, нам 100 ДНК дали. Так что можно сейчас улучшить нашего существа. Да так, что потом... что мы будем коварными соперниками здесь для всех существ. Фу, ребята, я что-то уже устал так бегать. Это очень медленно. Так что пойдемте мы немного с вами эволюционируем. Прибомбасимся какие-нибудь новые штукенции крутые. Возвращаюсь я такой домой. Со своим новым друганом. А дома-то никого нету. Похоже, в антиздоровые громилы все сожрали. Точнее, всех моих сородичей. Ну, конечно, слушайте, я ж такой сладенький цыпленок. Не грех такого съесть-то. Итак, вы сейчас увидите, ну, скажем так, необновленного нашего цыпа... Как я его назвал-то? Опачки. Я тут как бы рождаюсь, а племя-то мое уходит. Но это даже к лучшему. Прощайте, мои собратья. Я вас догоню, когда подрасту. Так, сразу два яйца вылупилось. А, это... Прикольно, я вместе с братюней вылупился. Вот это огонь. Ваша стая переселяется на новое место. Следуйте за ней, чтобы занять новое гнездо. Ура, наконец-то мы уйдем от этих громил, которые постоянно меня тут пожирали. Ну что, отправляемся в путешествие? Да, вы все счастливы и рады. Наш новый дом находится где-то там. О, громилы пришли нас провожать, да? Чувачок, ты чё там поёшь? Пошли тоже вместе с нами на новую хату. Так, знаете чё, давайте замаскируемся. Вот так вот, чтоб нас не видно было, не слышно. А то мало ли кто-нибудь на нас тут прыгнет. Наш обновленный, как же тебя зовут-то, я забыл, как я его назвал, ребят? Наш обновленный цыпангер. Блин, вот как всегда. Идем мы, значит, путешествовать, и начинается дождь. Дождь, слякоть. И мой верный друг. Макака. Кинг-Конг. Буду его называть Кинг-Конгом. О, палочку. Палочку надо взять. Пригодится. Кинг-Конг, ты там не отставай давай. Опачки, меня рассекретили. Вот курица, а. Чирикул, он меня рассекретил. Надо валить отсюда. Фиговый из меня агент Джеймс Бонд. 00 Курцып. Текс. Я, кажется, напал на след наших сородичей. И, кажется, вот тут вот новое гнездо у нас. Чуть-чуть вверх надо подняться, если я не ошибаюсь. Вот они. Здорово, ребят. Наконец-то я вас нашел. Еее! Здорово, братья и сестры. Как они рады моего возвращению. Так, надо потоптаться. Уложить гнездо.
Ух ты ж. Прям какая-то магия произошла. Вы заняли гнездо. Здесь будут появляться на свет детеныши. Ну, круто. И 25 ДНК мне. В копилочку. Эй, Кинг-Конг, ты видел, какое у меня новое гнездо? В принципе, оно ничем не отличается от предыдущего, но... здесь безопаснее. Кстати, вы видели, у меня тут еще вот есть тропа на мини-карте, что, возможно, у меня сородичи где-то еще дальше могут быть. Вон там мое гнездо, вот здесь у нас море. Да мы прям в райском уголке живем. Кинг-Конг сразу же пошел купаться. Нашел себе тут злобных соседей, они, оказывается, рядышком со мной живут. Так, что они там сделали? Танцы, позирование, давайте тоже позирование. Еее! У нас теперь новые друзья. Вот такие вот насекомо-гуманоидные существа. Мы с ними прям задружились. Вначале они хотели с нами враждовать, но теперь они друганы, прям друганы. Ну правильно, с соседями надо дружить, а то мало ли. Вдруг там потоп или еще что помогут. Вон там вот у нас тоже, смотрите-ка. Чувачки. Ой, какие вы злые. Че вы все такие злые-то здесь? Ладно, давайте с вами задружимся. Так, пение. Ну, по пению у меня 5. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай рожай, мозг расширяй. Ну, покажи, на что ты способен. Круто. У нас мозги выросли. Теперь мы стали мудрее и умнее. Надо кого-нибудь еще в стаю позвать. Мозг — это сила, это точно. Существо продолжает развиваться. Теперь в стае есть место для двоих. И это означает, что мы сейчас какого-нибудь нового другана найдем. А лучше, чтобы это был как Кинг-Конг, какой-нибудь здоровый бугай. Так, мини-карта показывает, что мне нужно затусить с этими чудиками. Зовут их Тутси-Вожак. О, давай с вожака и начнем. Да, ребята, сложновато, короче, с ними будет. Их трое, нас двое. Так нечестно. Пойдемте-ка лучше другое место искать. С другими чуваками дружить. Вот этот вот чудик мне нравится. Грустноморд. Грустная морда. Ну, давай с тобой задружимся. Попробуем, по крайней мере. О, тоже, кажется, их будет трое. Так. Это у нас позирование, да? Что-то наше позирование какое-то фиговое по сравнению с их. Ладно, парни, я увидел там много щупа, много щуп. Иди сюда, подожди, не убегай. Я собираю банду громил. Ты должен быть в моей банде. Подожди, 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 не убегай, не убегай. Давай дружить, давай дружить. Ну не злись, не злись, давай, давай, давай. Так, он поет. Мы тоже поем. Позирование. Топает ножками, радуется. Танцы буги-вуги. Кто ж кого перетанцует-то? Наш Кинг-Конг сальтухи мутит. Так, еще раз танцы. И давай, 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 давай. Е-е-е-е. Давай, пойдешь к нам в стаю? Пойдешь в стаю? Давай, соглашайся, у нас круто. Ну, кажись, все, мы его порвали. Вы посмотрите, мы победили. Еее, теперь нас трое, теперь у нас банда. Три гада. Три гада, ну реально. Мы такие, смотрите, желтый, красный и зеленый. Ну давайте зеленым его назовем. В общем, мы вообще мощная банда. И он, кстати, маскироваться умеет. Так что... опачки. Гр-монстр. Какой он странный. Ну, знаем, хоть он и милашно выглядит, но они злые. О, сейчас чую, там битва будет. А, не. Вон те улитки загасились, все. Со стороны это забавно выглядит, а вот когда она гоняется за тобой, это громила. Я не знаю, это он или она, ну, короче, она. Это становится не очень круто. Ладно, пойдемте, ребят. Ребят, смотрите, каких мы тут дракош встретили. Дракоши с огромными усами на голове. Или это антенны? Ну, больше похоже на усы, конечно. Давайте, ребят, попробуем с ними задружиться. Теперь нас три. И трое на трое. Это должен быть отличный батл. Давайте попробуем. Давай, показывай, что ты умеешь. Первый этап. Танцы-шманцы. Да без проблем. Ну, как бы... как бы в танцах мы не очень. А вот по пению. О, пение нас подтянуло.
Еще пение. Давай, 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 чуть-чуть осталось. И третье пение. Есть. Задружились с ними. Чуть-чуть-чуть, что происходит? Чего, чего такое? Где, кого, как? О, метеорит падает, вы посмотрите. Куда он падает? Блин, 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 блин. Быстрее к нему. Так, он вот рядом с нами упал. А, подождите, это метеоритный дождь. Вы посмотрите, метеорит падает. Ва-а-а! Как бы нас тут метеоритом не пришибло. Ребята, надо валить отсюда. Блин. Вот же ж на голову нам свалилось, чё, а? Это не очень круто. Все, вроде прошел метеоритный дождь. Да, слава богу. Фух. Здесь есть такая штука, если один чувак отбился от стаи, то он с нами танцует и общается один. И его завербовать намного легче, чем когда он с кучей со своих сородичей. О, давайте я на примере сейчас вот этого зубастого кролика покажу. Давай, давай, дальше отходи, 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 отходи еще. Бу, бу, но, беги, беги, вот, смотрите, давай заобщаемся с тобой. Все, видите, он один начал с нами танцевать. Хопочки, смотрите, в танцах как мы его. А сейчас пением, так мы вообще его ушатаем просто. Он в шоке будет. Так, опять танцы. Ну, в общем, вы сами все видели. То есть, когда они одни, они в стае, то это намного проще. Ну, в общем, мы вот таким методом завербовали всех кроликов. Так, у нас еще подрос мозг. Да, я же прав. О, да ты посмотри, твой мозг почти заполняет твое все шарообразное тело. Отлично, мозг существа стал еще больше, теперь вы можете принять в стаю еще одного собрата. Но кого же принять? Где же мне найти еще одного гиганта? Ну, вот такого вот здорового монстрюгана. Ладно, пойдемте на поиски. О, ребята, смотрите, бродили мы тут, бродили и наткнулись на ходячую грушу. Вы посмотрите, она реально на грушу же похожа. Давайте попробуем с ней задружиться. Блин, ну она... Ага, подозвал все-таки своих собратьев. Ладно, посмотрим. Что это у нас? Это у нас позирование. Ой, нет, перепутал, это было кокетство. Блин. Ой-ой, груша разозлилась, вы посмотрите. Танцы-шманцы? Ну давай. А, кстати, танцует-то он один, а те двое просто стоят, смотрят. Отлично. Никогда не думал, что буду дружить с грушами. Нашел я, ребята, еще одних розовых кроликов. Милашка Сью. Милашка Сью, блин. Ну, давай попробуем с тобой замилашиться. Да-да, девчонки, подбегайте, сейчас будем тверкать. А нет, это позирование. О, кажется, наше позирование совсем фиговое, потому что оно уступает. Давайте потанцуем или споем. О, пение. Это наш конек. Чуть-чуть-чуть-чуть. А, чуть-чуть не хватило. О, вы отстой. Уходите от нас. Ладно, давайте будем решать проблему по-другому. Сейчас мы... Возьмем кого-нибудь одного из вас, милашки Сью, отведем за уголок, темный уголок, и будем там с вами разговаривать по-другому. Только я сейчас подкреплюсь. Подождите. Поступим так же, как с кроликами. Так, вот это вот, милашечка. Ты кто у нас? Это вожак, да? Ну вот, пойдем поговорим, вожачок. Подожди, не в ту сторону идешь, не в ту сторону идешь. Подожди, подожди. Давай, да-да-да, иди туда, назад, 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 давай-давай-давай, двигайся, двигайся, двигайся. Вот, пойдем за кустики, сейчас поговорим. Кинг-Конг, лови ее там, лови, ящер, замыкай круг, все, давайте, танцы, давай поговорим. Так, это у нас позирование. О, вот это другой разговор. Да, пойдет, да, тема нормальная. Так, кокетство. О, да вы посмотрите, как мы их сейчас тут уделаем, этих милашек. Так, одна готова. Пойдемте теперь с другим за угол. Е-е-е! Милашки все-таки подчинились нам.
О, вы посмотрите, кому мы зашли в гости, вы посмотрите на их рот. Жесть, это какие-то растения мутированные. Вы что, из Чернобыля приехали? Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, сейчас битва намечается. Нас прогоняет, драться я ни с кем не хочу. Я знаю, что мы их ушатаем, потому что у меня это элита. Боксерская элита, так сказать. Так что, ладно, пощадим их. Ну что, ребят, сегодня мы с вами довольно много чего сделали. У нас теперь есть в банде вот такие вот здоровые элитные бойцы. Нужно найти еще одного. Я, правда, не знаю, где его найти, но мы обязательно это найдем. И нам осталось совсем чуть-чуть до нашего племени. То есть скоро мы эволюционируем, наш мозг вырастет, и мы станем племенем. Настоящим у нас будет дом. И мы будем, в общем, уже воевать с племенами, а не с какими-то стаями существ. Так что, если вам нравится, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь, всем пока и удачки!